Одинцовский отдел – самый большой в системе главного управления вневедомственной охраны области. В зоне его ответственности территория площадью 1300 квадратных километров. Вместе с решением своих специфических задач по борьбе с имущественными преступлениями, отдел эффективно участвует и в противодействии преступности в целом. Техническая оснащенность подразделения всегда была одной из лучших в Подмосковье. Здесь активно внедряли самые современные технологии охраны и охотно делились опытом с коллегами из других подразделений и даже из других регионов. Техническое обеспечение – это основная часть вневедомственной охраны. Посмотрели, как вообще на самом деле обустроена служба. Многие остались довольны. Основной упор сделали на техническую составляющую, то есть посмотрели наши СН, пульты, куда, посредством чего мы производим охрану физических и юридических лиц по договорам. Посмотрели наши группы задержания. Например, учиться грамотному использованию системы мониторинга подвижных объектов «Алмаз» в Одинцово приезжали руководители подразделений со всей России. С самого начала отладка «Алмаза» и создание первых региональных коридоров безопасности шло именно в Одинцовском отделе, который не случайно является для областного управления головным. С помощью системы позиционирования «Алмаз» контролируют дежурные ЦОУ, экипаж, который находится по городу Одинцово, и отправляет ближайший экипаж по сигналу тревоги. 20-й принял, молодежная 25. На маршрутах патрулирования единовременно находится более 10 экипажей, постоянно готовых отреагировать на любое тревожное сообщение. Дежурный, у нас тревога. Время срабатывания. 8:52. Принял. 34:10 отберут. На связи. Принимайте тревогу. Сотрудники вневедомственной охраны чем-то похожи на универсальных солдат. Отправляясь на тревожный вызов, они не знают, с чем придется столкнуться на этот раз. Со смущенной улыбкой забывчивых хозяев или ожесточенным сопротивлением настоящих преступников. 20-10, принимайте тревогу. Сбербанк, молодежная 25, комната хранения оружия. Из года в год профессионализм сотрудников Одинцовского отдела позволяет защищать все охраняемые объекты со 100% эффективностью. При этом сегодня подразделение готово принять под охрану любой объект на территории района. Максимальное время прибытия в самую удаленную точку – 15 минут. По городу – втрое быстрее. Такая оперативность практически не оставляет злоумышленникам никаких шансов на успех. Сотрудничество с отделом является единственной гарантированной защитой имущества от преступных посягательств.